Всем привет! Сегодня я обращаюсь за помощью, за советом. Нужна помощь коллективного разума. Только что пришла домой, на улице невыносимо жарко, в глазах темнеет, еле-еле шла, и вдруг взгляд наткнулся на то, что заставило сфокусироваться сразу же. И, в общем, на асфальте лежал вот такой цвета ребенок маленький. Я так понимаю, наверное, то ли кто-то купил, потому что не очень далеко был цветочный магазин, и он просто оторвался, потому что на улице мало того, что жарко, но и очень сильный ветер. Ну, в чем заключается помощь? Кто это? Давайте поможем. Помогите мне опознать, кто это. Ну, не знаю, отойдет он или нет, потому что лежал на очень горячем асфальте. И сколько там пролежал, неизвестно. Посмотрю завтра утром, что будет. Ну, что я могу? Пока что я могу сказать, что он немного напоминает традисканцию. Насколько я могу видеть, это что-то ампельное. Не могу сказать, что в данном случае мне это радует, потому что подходящих мест для ампельных очаровашек нету, но что-то буду думать. Не могла же я бросить ребенка на произвол судьбы, он бы максимум еще полчасика и все, если бы его кто-нибудь не подобрал. Так что сейчас буду пытаться приводить его в чувство, посмотрю, что будет завтра, и надеюсь, очень надеюсь, что он отойдет и все будет хорошо. Ну, напишите, пожалуйста, под видео, если знаете, кто он. Если не знаете, все равно, конечно, буду выращивать, но интересно же. На этом на сегодня все, не буду вас задерживать. Желаю всем прекрасного настроения. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!